окончательная работа заключается не только в том, чтобы наказать человека, но и в том, чтобы приготовить для человека его место назначения, а также получить признание от всех за то, что Бог совершил. Бог хочет, чтобы всякий и каждый увидел, что все, что он совершил, правильно, что все, что он совершил, выражение его характера. Это вовсе не дело рук человека, и не природа сотворила людей. Напротив, это Бог, кто питает каждую живую душу среди всего сущего. Человек отплатит ему добрыми делами. Без Бога люди могут лишь погибнуть и пострадать от бедствий. Никто не увидит тот красоты солнца и луны или зеленый мир. Человечество будет видеть лишь темную ночь и непреодолимую долину смертный день. Без Бога человечество застой. Без Бога человечество постигнут бедствия, и оно будет растоптано различными призраками, несмотря на тот факт, что никто не замечает.